Это для велосипедов у нас. В общем, легкое обустройство у нас прошло успешно. Начинаем делать дальше удобства. Конечно, не хотелось подробно о тубзике говорить, но засовываем сливки. Вот здесь вот, например, есть пивка. Мы этот матрасик обязательно обертываем вот с этой стороны. Здесь у нас малышек в позе бегущего Рекса. Вон боржа плывет. Летний отдых. Да, и в отпуске приходится немножечко работать. Как вариант. Жрать надо скоро. Смотри, они чернеют. Наконец-то я сел. Лёшенькая. Всем привет! Начинается наш летний отпуск. И вот мы вдвоем с малышом приехали в наш гаражик, который я недавно тут порядок навел. Приехали загружаться. Сейчас вот мы виндсерфинг будем загружать, свой вещи для похода. В общем, грузимся мы. У Натальи случилось легкое головокружение от предстоящего отдыха. Надо грузиться, она залезла. Вы посмотрите, ты что, так поедешь, что ли, Наташкин? Я тоже могу сюда вместить. Я снимаю репортажик, блин, что мы загружаться начинаем, она залезла. Да. Вот мы эту малышку сейчас будем загружать. Итак, мы погрузили все. Вот у нас груженная машинка. Это для велосипедов у нас. Сегодня первый раз едем, когда на Волгу отдыхать, да, Наташкин? И берем с собой и велосипеды. Это у нас первый раз. А тут у нас все для похода. Ну, почти битком. Очень классная конструкция. Без велосипеда спокойно поднимается и опускается. В этот раз нас не двое, а трое. У нас появился кот на капоте. Как всегда, до нашего пункта назначения дорога была неутомительная. Какие-то 4 часа спокойной езды, и мы на месте. Итак, недолго мы тряслись. Хорошо выехали пораньше. Вот мы уже в 11 часов на нашем месте. Малышек, самое главное, достает дежурную палку. Сейчас сделает грабельки. Да? Так, и мы будем очищать. Здесь, в принципе, чисто, мусора нету. Но вот наше место, вот это, оно все в шишках. От шишек нужно все разгребсти. И тут тоже от чистого воздуха случилось головокружение.
Так, ну что, работа у нас кипит, 12 часов. Так, палатку мы поставили. Шустро. Мусора тут было немного вокруг. Самое интересное, что вот карабин для душа еще с прошлого раза остался, висит. Вот он. Сюда повесим мы емкость с водой. Так, а малышек там наш, что он там делает? Как всегда, качает матрасик. И вот, кстати, о птичках. Хотел сам накачать, она у меня вырвала. У нее азарт. Что-то какой-то азарт. По лицу не скажешь, что у тебя азарт. Палатка стоит. Место хорошее. Под сосной. Так, что хочется сказать. В прошлые разы мы не говорили про этот момент. Когда собираем палатку, надуваем матрасик, мы этот матрасик обязательно обертываем вот с этой стороны, где мы, грубо говоря, лежим, вот этой вот штучкой. Она очень хорошо держит тепло. Если этого не сделать, то ночью отсюда, от этого матраса, будет холод. Спина, попа мерзнет. От того, что лежишь, по идее, просто на холодном воздухе, который идет от этого, от земли. А с этой штучкой держит тепло. И по ночам, да, по ночам не холодно. Не пропускает холод к спине от земли. Вот мы ее сейчас будем матрас одевать под ложку. Ну все, приступаем к обмотке. Да, малышка, давай. Немножечко обустраивается. Здесь у нас малышек в позе бегущего Рекса. Спаленку делает. Положили уже матрас. Наташка там делает подушки. Стол. В прошлый раз у нас был маленький. Сейчас что-то большой стол. Взяли большой стол. Ну, это отделение, как всегда, у нас под... Что? Под шматье. В общем, легкое обустройство у нас прошло успешно. Я уже там копаю волшебную ямку для нужд. Вон там она будет. Да. Так, за отпуск. Вот эту штучку сейчас, чуть-чуть вот этой штучки разомнемся. Так, ну давайте, чтобы всем хорошо отдыхалось. Ой. Так, после благоустройства нашего дома, скажем так, комфортного, начинаем делать дальше удобства. Это вот заранее приготовленный столик. Он будет стоять возле... Там помеченные, кстати, да, Наташки? Да, вот я сделал такой столик заранее. Только прикрутить вот саморезики. Даже отверстие все есть, да. Отвертка нужна. Надо ставить на контейнер, на продажу. Будет, да сейчас прям. Угу. Кому такое Г нужно? Ты чё? Кстати, многие говорят, что у меня малыш выполняет мужские работы, а я только снимаю. Сразу хочу сказать, что у нас нет мужских, женских дел. Наталья иногда сама хочет что-то сделать, перетащить даже тяжелое. Мы оба спортивные. Считаем, что оба должны какие-то выполнять действия и по хозяйству уметь. Да, Наташкин? Да. Два к двум. Собрать я могу. Но вот так вот уже сделать. Подготовить, что ли, да? Ну, в принципе, да, это мужская задача. Надо было ножки, блин, со скосом это самое сделать. Ну ладно. Дальше сделан тубзик. Конечно, не хотелось подробно о тубзике говорить, но надо. Чтобы знали, как мы делаем туалет. Я считаю, на природе это очень комфортно. В общем, ставим вот такую вот палаточку маленькую. Они продаются для душевых, для туалетов. Дальше. Как черный копатель я выкапываю ямку. Такую глубокую. Обязательно досочку. Это вот совочек и земелька.
спуска нет, просто закапываешь. Ну и соответственно причиндалы. Саму палатку обязательно здесь на растяжке каждый угол вбить надо, и вот на растяжках. Здесь тоже растяжки. Считаю, что такой тубзик очень комфортно. Когда мы уезжаем, мы его просто снимаем и яму до конца доверху закапываем. Все. Наташка нижний ярус очистила. Вот сейчас у нее воздушные ванны. Какие еще? И водные процедуры у нее, да. А вот у нас там второй сверху ярус. Итак, вот Наташкин сделала столик. Я его по уровню установил. И вот мы сделали такой умывальник. Заранее я вот такую палочку приготовил, вкопал туда. Она жестко тут, твердо так сидит. И вот мы купили такой умывальник из жесткого полиэтилена с таким краником. Очень, кстати, удобно. Когда мы его перевозим, занимает очень мало места. Процеживаем воду, из реки наливаем, процеживаем в ведерках. Вот. Добавляем немножко марганцовки, прям кусочек, маленький шарик на ведро. Немножко добавляем сюда хлорки. Ну, там специальный такой хлор. Тоже чуть-чуть. Размешиваем все это, даем отстояться. И наливаем. И можно умываться, мыть посуду. Очень удобно. В походе вода всегда есть. Итак, наш холодильник. Что мы с собой берем? Очень удобная сумочка. Когда она не используется, она складывается, занимает очень мало места. И мы сюда, в принципе, ну, все такое. Вот молоко в маленьких пакетиках. Засовываем сливки, вот здесь вот, например, есть. Пивка. Вот мясо, например. Йогурт можно положить, везем с собой. Тут даже варенье вот есть. Заранее приготавливаем вот такие вот бутылки в морозильнике. Вот, вот там еще даже лед есть. Большие, маленькие и вперемешку с продуктами. Вот колбаса здесь есть, нарезка. И по идее в таком холодильнике холод остается в течение, ну, 2 суток это точно. Если постоянно что-то вынул, закрыл сверху еще чем-то таким, ну, полотенцем, сохраняющим температуру. И вот такая сумочка-холодильник нас очень хорошо выручает. Вот так вот. Берите с собой куда-нибудь на отдых с палатками такую сумку. Уже вечер. Это ням. Нямку несут. Сейчас мы долбанем пивка. И вот этим всем закусим. Фасолька пикантная. Ну да, вот ветерок стих. Мы тут скромненько за маленьким столиком посидели. Посиделки у нас такие. И вот это яркое. Солнечная апельсинка уходит. Еще один из главных атрибутов отдыха на природе. Утро. Мы уже пробежались, позанимались. Сейчас завтра. О, чайник кипит.
Сейчас заварю кашку. Кашку мы заварим в пакетиках. Вот, что хотел сказать. Ходит здесь одна женщина, Татьяна. Продает кучу всего. И молочку продает, и выпечку. Вот такую штучку мы у нее купили. Очень вкусная. Лимонная такая косичка. Это у нас сейчас будет на завтрак. Ну и, соответственно, каша. Кашу мы всегда берем. Геркулес. С разными добавками. Наташке погуще. Мне пожиже. Вот так. У нас тут комфортно, уютно. Позавтракали. Навели порядок. Я поставил душевую. Про душевую потом, попозже расскажу. Машинка стоит закрытая. И народу приехало полно. Это только вот у нас здесь, рядом с нами. А вдоль береговой линии там. Короче, выходные народу всегда куча. Пойдем посмотрим на баржу. Вот баржа плывет. Там, кстати, рыбак сидит. Плывет баржа. Там вдалеке теплоход еще догоняет ее. Кстати, два велика наших вон около дерева стоят. Привязали их. И они тут стоят. Так, ну все. Все дела я с утра сделал. Наташка поедет. Съездит в магазин. А я пошел вооружать виндсерфинг. Ступеньки, кстати, тут тоже были разбиты и сделали. Здесь рыбак у нас. Сейчас здесь буду вооружать. Последние штрихи, заготовки. Нашла телефон. На выход. Ну вот и собраны наши два комплектика. Ветер, правда, слабый. Пускай даже небольшой ветер, но покатать на виндсерфинге по простору Волги для нас огромное удовольствие. Волга в этом месте довольно широкая, и нам хватает места для прогулок под парусом. Даже в слабый ветер у нас занятия. Отрабатываем повороты, старты, держим баланс и равновесие на небольших волнах. Чистая теплая вода, широкая гладь Волги, обрывистые берега, теплоходы, и мы на виндсерфинге. Теплоходы, баржи, катера частенько проплывают и в сторону Мышкина, и в сторону Рыбинска. Но встретить два теплохода из разных направлений на виндсерфинге не всегда удается. На фоне виндсерфинга теплоходы с берега кажутся очень большими. Размеры их впечатляют.
После целого дня покатушек на виндсерфинге вечеру ощущается приятная усталость. Берег, место, которое мы выбрали, каждый год выглядит по-разному из-за объема воды в реке. Береговая зона то маленькая, то большая. В этом году граница воды на 1,5 метра ближе к обрывистым склонам. Из-за этого зелень выглядит по-особенному. В воде нет ила, только песок, камни и валуны. И вода чистая. В этот раз природа сделала особенно красивым место возле большой ивы. Это у нас ужин на природе. Река Волга. Летний отдых. Как раз по поводу того, мужские или женские обязанности. Наташка открывает игристое. Ламброс. Ой. Винцо. Винцо. Просека. Как-то просека, блин. Это называется просека. Хер просека? Да. Ну? Пук будет? Будет, еще как. Пробка нам нужна. Ты снимаешь? Ну как? Иди ищи, пробка нам нужна. Бутылку дай сюда. Куда побежала с бутылкой? Ну, посмотрите на эту девчонку. Я за пробкой. Ну давай. Чего? Доводи до конца. Как всегда, Наташка меня обделила. Тут у нее побольше. Ну и что, они там будут плавать? Будут. Опа. Сейчас. О, уже начинают. Наберутся пузырьками. Ну это вот темный шоколад, да? Угу. Берег приветствует тех, кто на теплоходе. Вот там машут, блин. Это называется солидарность отдыхающих. Ну и к завершению дня, как и принято у нас, запускаем фонарь, чтобы отпуск прошел удачно. А соседи рядом гуляют по полной. Пипец, блядь.